Сотрудники полиции проводят антинаркотические мероприятия «Дети России». Цель акции заключается в предупреждении распространения наркомании среди несовершеннолетних, также выявление фактов вовлечения их в преступную деятельность. В частности, беседа прошла с одной жительницей Махачкалы, торгующей психотропными веществами. Ранее за это она была привлечена к административной ответственности. Вас уже привлекали к ответственности 10 раз. Именно за то, что вы занимались незаконной реализацией, в том числе на свае и снюса. Последний раз в отношении вас протокол составили 19 марта за то, что вы реализовали на свае несовершеннолетнему. Несмотря на предупреждение и штрафы, женщина продолжала снабжать детей и взрослых запрещенными веществами. Теперь в случае неисполнения требования, изложенного в предостережении, женщина может быть привлечена к более строгому наказанию. Занимайтесь законной предпринимательской деятельностью, и к вам не будет никаких вопросов ни у кого. Надеюсь, что мы с вами вот в этом качестве в моем кабинете встречаемся последний раз.